Химках полностью избавились от незаконной рекламы. Последний щит демонтировали в микрорайоне Сходня на юбилейном проезде. Пятеро рабочих трудились около 2 часов. Улица малооживленная, не так много машин. Рабочие признаются, сложность работы и их длительность зависит от местоположения. Если он стоит в черте города, как сейчас, то от 2 до 4 часов. Демонтаж, потому что сложный. Видите, машины стоят, никто не убирает, хотя предупреждали заранее. Если это где-то на трассах находится, вдали от машин, то 2 часа. При обнаружении рекламных щитов в неустановленном месте управление рекламы уведомляет собственника. Если в течение 1-2 месяца он не найден, объект признают бесхозным и администрация дает разрешение на демонтаж.